Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. В этом уроке мы продолжим говорить о нашем первом инструменте, одностраничном сайте. Я уже рассказал вам, где и как вы можете размещать ссылку на свой одностраничный сайт, чтобы привлекать посетителей. Рассказал о простых и более продвинутых способах поиска целевой аудитории. На страницах этого урока вы найдете промо-материалы. Сейчас их относительно немного, но их количество будет пополняться. Все эти промо-материалы позволят вам сделать ваши посты более красивыми. Вы найдете видеоотбивки, мини-рекламные ролики, графические изображения для постов, тексты самих этих постов. И также вы найдете материалы, которые позволят вам отвечать на наиболее типичные вопросы, которые, скорее всего, вам будут задавать люди в личных сообщениях. Всю эту информацию вы можете использовать для того, чтобы качественно продвигать ссылку на свой одностраничный сайт. Но с чем вы однозначно можете столкнуться, если вы будете массово разбрасывать ссылку в социальных сетях? То есть через какое-то время ссылка на ваш одностраничный сайт может быть заблокирована самой социальной сетью. Скорее всего, вы видели вот такого плана сообщения, который выдает социальная сеть ВКонтакте и не дает выполнить переход по ссылке. Почему это происходит? Массовое размещение ссылок, особенно передача ссылок людям, которые не просили эту ссылку, приводит ответную реакцию пользователей. Люди банят ваши профили, нажимают на кнопки «Спам», ВКонтакте собирает всю эту информацию. И когда количество жалоб на сообщения, содержащие вашу ссылку, превышает определенное количество, эта ссылка просто-напросто банится социальной сетью, и все размещенные ссылки, которые вы с таким трудом раскидали пользователям, разместили в группах, перестают работать. То есть люди не могут переходить на ваш одностраничный сайт. Что же нужно делать для того, чтобы социальные сети не банили ваши ссылки? Ну, конечно, желательно их размещать и передавать только тем, кто просит разместить эту ссылку, чтобы сократить количество жалоб. Но жалобы будут всегда, поэтому ссылку надо защищать. Существует достаточно много способов защитить вашу ссылку. Конечно, есть очень простые способы, абсолютно бесплатные. Это сократить вашу ссылку и замаскировать ее под чужой домен. Например, в поиске Яндекс вы можете написать «Сервисы сокращения ссылок». Яндекс вам выдаст несколько популярных сервисов, ну, например, вот такой сервис. Вы копируете в поле адрес своего одностраничного сайта, нажимаете на кнопочку «Клик» и получаете совершенно другой адрес, вот такой. Вот адрес вашего сайта, оригинальный, и вот другой адрес, который приводит на ту же самую страничку. Размещая свою ссылку в социальных сетях, вы подвергаете опасность свой домен. А вот таким вот образом, сократив ее и замаскировав под чужой домен, вы защищаете свой домен от блокировки. И в социальных сетях вы можете размещать не свою оригинальную ссылку, а вот эту вот сокращенную, замаскированную ссылку. Вот эти бесплатные способы маскировки ссылки, они уже давно не работают. Я вам не рекомендую пользоваться этим способом, ничего хорошего от этого не будет. Я вам расскажу простой способ маскировки ссылки через другой домен. Но для того, чтобы реализовать эту функцию, нужно иметь этот домен, то есть его необходимо будет приобрести этот домен. Для этого нам потребуются сервисы, которые продают доменные имена. Их достаточно много, можно воспользоваться самым популярным сервисом, это Rech.ru, именно через этот сайт можно покупать, регистрировать себе домены, и на этом сайте можно заказать услугу переадресации, то есть вы будете вводить имя своего домена, а попадать на страничку своего же одностраничного сайта. Вы спрячете свою ссылку за купленным вами доменом и сделаете его более коротким и более трастовым. Можно воспользоваться сайтом Rech.ru, можно воспользоваться сайтом 2domain, но вот этим сайтом я вам не рекомендую пользоваться. Мы пользовались его услугами несколько лет назад, и он нас всегда подводил.
Но на Орех.ру и на 2домен, кроме покупки самого домена, вам придется еще покупать, оплачивать услугу переадресации. Есть, конечно, бесплатные сервисы по переадресации. Вы подключаете свой домен и указываете адрес, по которому нужно будет осуществлять переход. Но все эти бесплатные вещи я вам также не очень рекомендую пользоваться. Полазив по просторам интернета, я нашел, с моей точки зрения, достойный сервис, который позволяет регистрировать домены, дает бесплатную услугу переадресацию и дает возможность даже создавать ваши сайты, заниматься их продвижением. Так как же купить свой домен и настроить услугу переадресации, используя сервис регистрации доменных имен NetHouse? Переходим на главную страничку, нажимаем на кнопку «Войти», выбираем «Нет еще аккаунта», в поле «Почта» копируем адрес вашей электронной почты, подтверждаем, что вы прочитали условия пользовательского соглашения и создаем аккаунт. А на почту вам приходит письмо с инструкциями. Открываем почту, видим письмо от сервиса NetHouse, подтвердите регистрацию. В письме ссылочка, кликаем «Подтвердить регистрацию», получаем наш логин. И вот этот вот номер скопируйте обязательно и сохраните где-то у себя в блокноте. Придумайте для этого сервиса пароль. И опять же сохраните его в блокноте. Нажимаю на кнопочку «Завершить». Я попадаю в личный кабинет NetHouse, в котором я могу добавлять домены и настраивать услугу переадресации. Это все, что мне нужно на данный момент от этого сервиса. Но у сервиса достаточно много дополнительных функций, в принципе, которыми вы в дальнейшем при желании также можете пользоваться. На почту вам придет еще одно письмо от сервиса «Добро пожаловать». Здесь как раз вы увидите свой логин. Для того, чтобы купить домен, необходимо в первую очередь заполнить контактные данные. Нажимаем «Заполнить» и заполняем контактные данные для физлица. Сюда вы можете вводить свои реальные контактные данные. Можете, если по каким-то причинам не хотите, найти в Яндексе паспорт гражданина России и вот на эти данные зарегистрировать свой домен. Я зарегистрирую на свое имя. Итак, все данные заполнил, ввел свой телефон, нажимаю на кнопочку «Сохранить». Если какие-то поля были заполнены ошибочно, как в моем случае, вы видите вот такое сообщение, нажимаю «Продолжить». Мне подчеркивают красным, какие поля я заполнил с ошибкой. Исправляю ошибки и еще раз нажимаю «Сохранить». Получаю сообщение, что все заполнено верно. Нажимаю «Продолжить». Я заполнил данные, на которые я буду регистрировать домены. Теперь я могу перейти к регистрации доменных имен. Нажимаю «Подобрать домен». В поле «Домен» или «Слово» я набираю «Viva Stars 36». «Viva Stars» – это название нашего проекта. 36 – это регион Воронеж. Домен будет в зоне RU. Нажимаю на кнопочку «Найти». Мне нашли доменное имя. Вот так вот будет выглядеть адрес моего сайта vivastar36.ru. Стоить он будет 149 рублей за год. И я нажимаю на кнопочку «Купить». Домен помещается у меня в корзину. Я вижу, что в корзине у меня один товар. Нажимаю на стрелочку «Перейти в корзину». Вот моя корзина с заказанными товарами. Нажимаю «Купить». Появляется сообщение «Недостаточно средств на балансе». Мне необходимо пополнить свой баланс. Слово «баланс» пополнить на 149 рублей. Буду пополнять через банковскую карту. Ввожу данные своей карты, имя владельца, срок действия и код. Все это я списываю со своей карты, с которой буду производить оплату. Итак, данные карты указаны. Нажимаю на кнопочку «Оплатить». Никакие пароли по карте я не сохраняю в браузере. Жду получения одноразового кода от Сбербанка. Вот код пришел. Ввожу код. Нажимаю. Дожидаюсь, когда пройдет онлайн-оплата. Баланс успешно пополнен. Нажимаю «Продолжить работу». Возвращаюсь в свой личный кабинет. Вижу, что баланс у меня стал 149 рублей.
Повторно нажимаю «Купить», получаю сообщение «Поздравляю с успешной покупкой». Закрываю это окошко. В разделе «Домены» у меня появляется домен, который я купил. Купленный вами домен не начинает работать сразу. Если вы попытаетесь в отдельной вкладке перейти по адресу только купленного вашего домена, то увидите пока еще сообщение об ошибке, потому что потребуется от 12 до 48 часов, чтобы ваш домен полностью был зарегистрирован. Хотя домен у меня еще до конца не зарегистрирован, но я уже могу включить услугу переадресации. Нажимаю на кнопочку «Включить». Передо мной открывается услуга переадресации с домена Vivastar36. Можете внимательно почитать о условиях переадресации. Вы можете сделать 10 переадресаций с вашего домена. Но услуга платная и стоит она 99 рублей в год. Но об этом техподдержка данного сервиса забыла меня предупредить. Сделаем вначале переадресацию с главной нашей странички. Мы будем вводить vivastar36.ru и попадать на страничку нашего одностраничного сайта. Я копирую адрес нашего сайта и вставляю в поле, по какому адресу переходить. Удаляю HTTP, нажимаю на кнопочку «Добавить». Мне предлагают пополнить баланс. Нажимаю «Пополнить баланс» на 99 рублей. Опять пополняю с помощью карты. Так, баланс успешно пополнен. Нажимаю «Продолжить работу». Снова возвращаюсь на свои домены, управление, включить услугу переадресации. Ввожу адрес своего одностраничного сайта. Нажимаю на кнопку «Добавить». Нажимаю «Подключить». И теперь я настроил услугу переадресации. Когда мой домен vivastars36.ru заработает, я буду вводить адрес своего домена, а попадать буду на страничку своего одностраничного сайта. В социальных сетях я буду размещать вот такую вот ссылку на купленный свой домен, а попадать буду вот по такому адресу. Переадресации, которые у вас работают, отображаются внизу панели переадресации. Вы можете на одном сайте сделать несколько переадресаций. Например, у вас есть реферальная ссылка компании Vivasan. Вы можете создать страничку, например, назвать Vivasan. И с этой странички переходить на вашу реферальную ссылку. То есть вот сюда вы можете скопировать адрес своей реферальной ссылки. Нажать на кнопочку «Добавить». И у вас появится еще одна переадресация. Вы будете вводить vivastars36.ru/vivasan. Вы будете попадать по своей реферальной ссылке. Но в моем случае вы будете попадать опять же на наш одностраничный сайт. То есть вы можете с одного домена понасоздавать до 10 ссылок, ну, как написано в инструкциях. Причем ненужные ссылки вы можете удалять. Для чего нужно создавать несколько ссылок? Чтобы не размещать одну и ту же ссылку. В каждом сообщении, в каждом посте желательно менять текст, менять картинку и вставлять различные ссылки. Вы можете сделать до 10 различных ссылок. Конечно, самая первая ссылка с главной странички, она наиболее важная, она наиболее хорошо смотрится. И все это нам обошлось 99 рублей за услугу и 149 рублей за домен.